знакомое каждому слово «полиция», в переводе с греческого означает «городская администрация». Можно сказать, что в Самаре городская полиция появилась одновременно с постройкой Самарской крепости, а первым полицмейстером можно по праву считать строителя и воеводу самарского городка Григория Осиповича Засекина. Буквально через несколько месяцев с момента постройки Самарского городка воевода Григорий Засекин раскрыл, возможно, первое в истории Самары уголовное преступление. Казачий атаман Матвей Мещеряк, находясь под стражей, организовал заговор. Цель заговора – захват Самарского городка и государевой казны, убийство администрации. Как раскрыл воровской умысел Григорий Осипович Засекин, мы никогда не узнаем. Но факт Матвея Мещеряка и нескольких заговорщиков повесили в марте 1587 года на городской площади. Как говорится, закон суров, но это закон. Но что поделать? Одну из важнейших человеческих потребностей, потребность в безопасности, необходимо защищать. И зачастую силовыми методами. Веками вырабатывались правила общественного порядка и структура органов, призванных обеспечивать их выполнение. Крепнувшая Россия нуждалась в централизованном управлении внутренними делами. Рождение Российской империи – формирование новой государственности относится к петровским временам. 1711 год. Взамен старой Боярской думы создается Сенат, высший законодательный и распорядительный орган. В 1715 год. Создается полицмейстерская канцелярия в Санкт-Петербурге. Петр I обязывает полицию. Всех гуляющих и слоняющихся людей хватать и допрашивать, и определять на работу. 1719 год. Для полицейских чинов вводится впервые единая специальная форма. Кафтаны и короткие штаны василькового цвета и зеленые камзолы. Жалование у полицейских чинов такое же, как и у военнослужащих. 1718. Полицейская канцелярия существует пока только в Санкт-Петербурге. В остальных городах полицейские функции продолжают выполнять воинские гарнизоны. Полицейский аппарат империи формировался не сразу. Екатерина II разделила правительствующий сенат на 6 департаментов. Третьему департаменту было поручено осуществлять контроль за деятельностью органов, выполняющих полицейские функции. Первым российским полицмейстером по праву считается голландец Антон Мануилович Дивьер. Сподвижник Петра I, Антон Мануилович создал первый полицейский аппарат в России. Через 2 года после смерти императора Александр Данилович Меньшиков донес Екатерине I о том, что Антон Мануилович зачем-то запирается в бане с фрейлинами императрицы. Екатерина I приказала арестовать Антона Мануиловича Дивьера. Причем первый российский полицмейстер во время ареста пытался заколоть шпагой Александра Даниловича Меньшикова. Дивьера решили всех наград, званий и сослали в Якутию. В 1782 год издается Устав благочиния или полицейский. Примерный штат градского благочиния или полиции.
В каждом городе благочиние поручается единому месту, которое в каждом городе учреждается под названием «управа благочиния» или «полицейская». В управе благочиния заседает городничий и заседает пристав уголовных дел, пристав гражданских дел и два ратмана, выборные от купцов и ремесленников. В уставе благочиния излагаются требования к служащим полиции. Здоровый рассудок, добрая воля в отправлении порученного, человеколюбие, верность императрице, родение в должности, честность и бескорыстие. Служащие полиции предупреждались об опасности взяток, которые ослепляют глаза и развращают ум и сердце, устам же налагают узду. Опять возвращаемся на круги своя. Следующий этап формирования органов правопорядка Российской империи связан с именем Александра I. 8 сентября 1802 года император издал манифест. Управление государственных дел разделяется на 8 отделений. Под номером 5 – отделение внутренних дел. 1811 год. Новый манифест Александра I. Создается Министерство полиции. 1824 год. Создается тайная полиция. 1826 год. Создается третье отделение собственной, его императорского величества канцелярии. Это произошло вскоре после восстания декабристов на Сенатской площади. В задачу третьего отделения входило обеспечение государственной безопасности, сбор сведений, слежка за иностранцами. Отныне это будет самая важная и мощная государственная служба России. В сентябре 1841 года на должность министра внутренних дел назначен Лев Алексеевич Перовский. С его именем связано не только становление Самарской полиции, но и рождение Самарской губернии. По протекции Перовского в октябре 1841 года высочайший утвержден штат Самарской городской полиции. Полицмейстер 1, частных приставов 2, квартальных 4, столоначальников 2, полицейская команда унтер-офицеров 3, полицейских служителей 10, будочников 24, в каждой будке по 2. Пожарных 25. С 1851 года Самара – губернский город. Правда, пока еще подчиненный Оренбургскому генерал-губернаторству. Первый самарский губернатор – Степан Григорьевич Волховский. Из Оренбурга поступает срочная депеша. До сведения моего дошло, что в некоторых селениях Самарской губернии произведены крестьянами буйства при требовании вина из питейных заведений. Я предписываю городским и земским полициям внушить подведомственным им сословиям, что я вынужден буду принять самые строгие меры против ослушников. Подписал генерал-адъютант Катенин. Скрепил управляющий канцелярией Арцемович. Через несколько лет Адам Антонович Арцемович станет третьим самарским губернатором. Реформы, начатые в 60-х годах XIX века, ускорили социально-экономическое развитие страны. Но они не затронули форм правления. Россия оставалась абсолютной монархией. В обществе зрела идея ограничения самодержавия и введения конституции. Возникшая революционная организация «Народная воля» от агитации переходит к террору против представителей власти. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии оказалось не в состоянии предотвратить террористические акты, ликвидировать антиправительственные организации.
Взрыв в Зимнем дворце в феврале 1880 года и убийство императора Александра II еще раз подтвердил необходимость реорганизации системы управления полицейскими учреждениями. Ликвидируется третье отделение, а управление общей политической полицией передается в Министерство внутренних дел. Самара к началу 20 века принадлежала к числу быстро растущих городов. Недаром за нашим городом закрепилась репутация российского Чикаго. Пересечение железнодорожных и речных путей в Самаре привлекало в наш регион преступников со всей Российской империи. Обстановка в городе была неспокойной. Ежедневно случались происшествия, ссоры, драки, кражи, конокрадство, грабежи, разбои. Именно в это время появляется поговорка «Одесса – мама, Ростов – папа, а Самара – дочка их непутевая». Кулик, тут поступило заявление от гражданки Нефедовой. Белье у нее украли во дворе. Валяй-ка, разберись. Сколько же можно этим дерьмом заниматься? Товарищ майор, хоть бы что-нибудь серьезное. Золотом, Кулик, занимается банк. А наше с тобой дело именно дерьмо разгребать. О! Так что давай. Действуй. Скорее всего, в начале 20 века самарские полицейские своему начальству подобных вопросов не задавали. Самарские стражи порядка занимались абсолютно всеми уголовными преступлениями. 25 сентября у крестьянина Григория Николаевича Клизарова, проживающего на углу улиц Сенной и Александровской, украли из незапертой квартиры банку варенья стоимостью 4 рубля. Установлено, что кражу совершил мещанин Николай Иванович Седышев, 13 лет, и товарищ его Петр Иванович Аквилонов, 13 лет. Задержанные в краже сознались и объяснили, что похищенное варенье сбыли крестьянке Елене Андреевне Цыгановой и сожителю ее Михаилу Петровичу Басову. На период начала 20-го столетия, конечно, основными видами криминальных профессий были профессии, связанные с кражами, грабежами, воровством. То есть это были карманники. Ну, собственно говоря, и в советский период карманник считался профессией элитной. Клюквенники – это церковные воры. На воровском жаргоне клюка – церковь означает. А поскольку самым богатым украшением была клюка настоятеля храма, епископа, то, конечно, любой вор стремился завладеть именно ей. То есть, ну, церковный вор. Фармазонщики – это те, кто подделывал бриллианты. Одной из главных задач самарских полицейских был контроль за чистотой улиц города. Неопрятность в те времена обходилась весьма дорого. Штраф был большим, а в особых случаях нерадивого хозяина могли арестовать на несколько дней. Допустим, если какой-то нерадивый хозяин во время весенних месяцев не следил за тем, чтобы убраны были сосульки с крыши, то он наказывался штрафными санкциями. Список осмотренных дворов домовладельцев. По первому околотку по Троицкой улице. Домовладелица Галкина. Дом содержится в чистоте. По третьему околотку по Самарской улице. Домовладелица номер 51 Лазарева. Двор содержится грязным, и на улице налиты помои. Информация о повышении цен расследовалась самарской полицией самым тщательным образом. Приставы второй части города Самары. Предписываю вам на содержателя гостиницы Тимофея Ушакова немедленно составить протокол за торговлю чаем по повышенной таксе. Расследование показало, что Ушаков чаем по повышенной таксе не торговал и не торгует. Кипяток же отпускает по 1 копейке за большой чайник. Солдатам же кипяток отпускается совершенно бесплатно.
Вообще город делился на части в зависимости от количества домов. Возглавлял часть частный пристав. Это более 300-400 дворов. 100-200 дворов, околоточный надзиратель, средний полицейский чин. Далее 50-100 дворов – это квартальный надзиратель. Ну и городовые, конечно, находились на улицах города, как сегодня патрульно-постовая служба исполняет обязанности, так сказать, так и городовые следили за безопасностью движения на дорогах и за правонарушениями на улицах города. Трудно найти сферу городской жизни, которая была бы не подконтрольна самарской полиции. Господину приставу 4-й части города Самары. Во вскрытном доме на Всесвятском кладбище числится за вами невскрытым один труп 17 сентября. Предлагаю вам, милостивый государь, немедленно сделать распоряжение о погребении таковых, если не имеется к тому препятствий. 23 сентября 1914 года. Справка. Труп, числящийся поступившим от 17 сентября, погребен 24 сентября. В самарском скрытном доме трупов не имеется. Околоточный надзиратель. Если смотреть статистику, то по сравнению с сегодняшними днями, в общем-то, преступлений не так уж и много было. Надо сказать, что начало века ознаменовалось как ростом преступности, так и созданием многих подразделений, которые занимались уголовной преступностью. Ну, например, сыскное отделение в Самаре было учреждено к 6 ноября 1908 году. Господину самарскому полицмейстеру. Потерпевший, почетный гражданин Сергей Филиппович Шендерей, лично ездил в город Сызрань, которому были предъявлены вещи, из числа которых шейную золотую дамскую цепь, бортовую панцирную золотую цепь, кольцо с рубином, револьвер системы «Браунинг», признал за похищенные у него в Самаре в числе вещей на сумму 2145 рублей. Начальник самарского сыскного отделения Юдин. Музей истории самарской полиции, потомок полицейского музея, открытого в Самаре 14 мая 1907 года в здании губернского правления на Алексеевской площади. Инициатором создания полицейского музея был губернатор Владимир Васильевич Якунин. А вот на основе чьей коллекции формировался полицейский музей, так это имя, в общем, достаточно известно в исторических кругах, это Степан Петрович Белецкий, впоследствии ставший директором департамента полиции. За свою уникальную работоспособность, собственно говоря, все те, кто работали с ним в департаменте полиции, отзываются о нем как о человеке исключительно работоспособном. То есть он мог творить, работать, имея вот этот большой, богатый профессиональный опыт и днем, и ночью. Но здесь в Самаре он пробыл всего 2 года, но тем не менее вот оставил очень глубокий след хотя бы тем, что создал этот полицейский музей, где было около 2000 экспонатов, где можно было агентам сыскной полиции изучать способы и методы совершения преступлений и формы их раскрытия. То есть в коллекции музея преобладали инструменты грабителей, ну, то есть фомки, которыми они пользовались при вскрытии квартир и домов, фотографии знаменитых по тому времени криминальных авторитетов. И при полицейском же музее существовало регистрационное бюро, где преступники фотографировались, проводилась процедура дактилоскопии, измерялись, то есть антропометрические измерения тела человека, рост, вес, размер обуви и так далее. И формировалась, естественно, картотека. На период 1911 года в регистрационном бюро посредством вот таких действий было зарегистрировано около 1101 преступника. Самарская губерния была местом политической ссылки. Она мгновенно реагировала на любые оппозиционные выступления в центре. Маевки, демонстрации, публичные собрания и митинги часто заканчивались столкновениями с полицией, арестами их участников. Россия вступала в полосу революционных потрясений.
В Самаре революционно настроенные граждане избрали любопытную тактику проведения манифестаций. Для митингов революционеры избрали противоположный Самаре берег Волги. Так как там была уже Симбирская губерния, то революционеры считали себя вне воздействия самарской полиции. Установился такой обычай. В праздничные дни революционно настроенная публика садилась на лодки и ехала на ту сторону. Переехав середину Волги на лодках, выкидывали красные флаги и запевали революционные песни. По окончании митингов все возвращались в Самару. Поверьте мне, старому марксисту, ведь сейчас против нас все. Кассы наши пусты, фабриканты сейчас сильны, как никогда. Общественность не за нас, время за нас. Главное, товарищи, терпение. Позже, по договоренности с симбирским губернатором, самарские полицейские вместе с казаками прекратили эту вольницу. В этих условиях деятельность полиции постепенно стала сводиться к осуществлению карательных мероприятий. В августе 1906 года правительство вводит военно-полевые суды. Время, однако, уже было упущено. Страну захлестнул террор. Совершенно секретно. Получены сведения, что 17 марта повсеместно будут проводиться единичные террористические акты. Примите особые меры к наблюдению. Петербург, срочно. Министру внутренних дел. В 6 часов 40 минут вечера в углу Вознесенской и Воскресенской улиц в Самаре убит губернатор Блок, бомбой, брошенной при проезде его в открытых дрожках. Кучер ранен. Убийца губернатора Блока задержан в тот же день благодаря профессиональным действиям Николая Шалдыбина, городового первой полицейской части. В ночь на 22 июля после убийства Блока по городу были расклеены листовки. Самарский губернатор Блок казнен по приговору Самарского комитета партии социалистов-революционеров. После ряда терактов, которые прокатились по России, и когда были введены в Самаре военно-полевые суды, то полицмейстерам был издан приказ об применении оружия в момент задержания преступников, либо неповиновения. То есть можно было напрямую, без предупреждения, производить выстрел на поражение. Через две недели после убийства Блока террористы решили взорвать жандармское управление. В 2 часа дня в управление вошел молодой человек, бросил под ноги жандармским офицерам динамитную шашку с дымящимся проводом и быстро вышел. Как потом оказалось, сила взрыва могла быть такова, что полностью разрушила бы дом. Но, на счастье, один из жандармских офицеров вовремя выдернул запал. Впоследствии террорист был задержан. «28 октября 1906 года царским указом Самарская губерния объявлена на положение усиленной охраны сроком на 1 год. Начальник губернского жандармского управления в те годы Михаил Павлович Бобров. 6 декабря за отличие по службе высочайшим приказом он произведен в полковники. 19 декабря в 6 часов вечера на Дворянской улице выстрелом из револьвера Бобров был убит. С 1906 по 1907 год погибло свыше 4000 и ранено 5000 государственных служащих, в основном сотрудников правоохранительных органов.
были приняты меры по улучшению материального пенсионного обеспечения сотрудников правоохранительных органов. Детям чинов полиции и корпуса жандармов, погибших при исполнении, установлено пособие в таком же размере, как для детей лиц, погибших в войне с Японией. Нападения на полицию происходили не только в открытых столкновениях, но и часто носили партизанский характер. Типичное событие тех лет. 1 августа 1906 года. Село Кинель Черкасы. Около села на станового пристава и командира 2-й роты Истлянского полка произведено нападение боевой крестьянской дружины. Вице-губернатор Иван Францевич Кашко вспоминал. Помимо дерзости, все это преступление поражает с первого взгляда непроходимой бессмысленностью. Для чего это было устроено? Каких плодов ожидали революционеры? Нападение, окончившееся 3 убитыми, потерянными ружьями и боевыми запасами, позорным бегством в кусты. Это оказалось совершенно невыигрышным. 25 декабря 1910 года особый отдел Департамента полиции Российской империи рассылает циркуляр начальникам губернских жандармских и полицейских управлений за подписью директора департамента Зуева Нила Петровича. За последнее время военная разведка, организованная иностранными государствами в России, получила настолько широкое развитие, что некоторые местности, представляющие особый в военном отношении интерес, покрыты как бы сетью тайных, тщательно подготовленных разведочных органов и постов с различными сферами военно-шпионской деятельности. Эти обстоятельства ставят на очередь вопрос о необходимости надлежащей активной борьбы с этим злом, а равные с лицами, занимающимися военным шпионством. Последние месяцы перед войной обстановка в Самарской губернии была серьезной. Граждане корейской национальности умудрились устроить несколько прачечных на берегу у сверхважного Александровского моста через Волгу в районе города Сызрань. Как следствие, полицейские проверяли все прачечные в Самаре, которыми владели корейцы. Все ли чисто? И не являются ли на самом деле корейцы японцами? Особенно нагло вели себя китайцы. Командиры докладывали о том, что китайцы отслеживают занятия по стрелковой подготовке строевых частей самарского гарнизона, ничуть не беспокоясь о собственной безопасности. 25 июля 1914 года в самарских газетах появилась информация о мобилизации частей самарского гарнизона. Российская империя стояла на пороге Второй Отечественной войны, которую позже назовут Первая мировая. В городе Бугульма 20 июля призывники, недовольные тем, что их оторвали от работы в страду, требовали спиртного и денежного довольствия. Толпа новобранцев напала на стражников, есть погибшие и раненые. 23 июля в Ставрополе призывники разгромили несколько винных лавок. В столкновении с полицейскими убиты 2 бунтующих. В 1914 году в структуре и кадровом составе самарской полиции произошли изменения. Внутренняя агентура подразделялась на секретных сотрудников и вспомогательных сотрудников, то есть осведомителей. Самарское сыскное отделение возглавил Максим Андреевич Юдин. Жандармское управление возглавлял Познанский Михаил Игнатьевич. Познанский Михаил Игнатьевич родился 18 июля 1871 года в семье кадровых военных. В отдельном корпусе жандармов с 1899 года. Участник обороны Порт-Артура, командовал полевой жандармерией. За дела против японцев награжден несколькими орденами. С 1908 года начальник Иркутского губернского жандармского управления, а с 1912 начальник Самарского губернского жандармского управления. Один из главных действующих лиц в романе советского писателя Степанова «Порт-Артур».
Массовые антиправительственные выступления в дни февральской революции 1917 года во многих городах сопровождались разгромами и поджогами полицейских участков. Первые жертвы революции – городовые. На кадрах кинохроники толпа переодетых городовых. Их не спасло переодевание. В Самаре таких случаев не было. Толпа ограничилась освобождением заключенных из губернской тюрьмы. Вместе с политическими на свободу вышла большая масса уголовных элементов, что накалило до предела криминальную ситуацию. Постановление Самарской губернской думы. Аресты старых представителей власти. Вчера в 2 часа дня арестованы Самарским комитетом народной власти и Советом рабочих депутатов губернатор князь Голицын, полицмейстер Крокосевич, жандармский полковник Познанский. Все арестованные заключены в местную губернскую тюрьму «Самарский крест». В течение нескольких месяцев офицеры полицейского и жандармского управления были освобождены. В Самарском кресте оставался лишь начальник губернского жандармского управления Михаил Игнатьевич Познанский. Сохранилось письмо жены Михаила Игнатьевича с просьбой о его освобождении. Господину прокурору Саратовской судебной палаты. Мой муж томится в тюрьме вопреки требованию Временного правительства и без предъявления обвинения. Я прошу позволить увезти из тюремной больницы живым, пока это еще возможно. Совершенно больная сама и нравственно истерзанная, я теряю последние силы и веру в людей и конечное торжество справедливости. Валентина Познанская. Полковник Познанский будет освобожден из самарской тюрьмы по приказанию Комыча летом 1918 года. Бывший начальник Самарского сыскного отделения Юдин впоследствии будет помогать становлению в Самаре советской милиции. Но это будет уже другая страна и совсем другая эпоха. Гражданская война разделила российскую историю на «до» и «после».